Конкретизировать предстоящие локальные события я не стану. Подлянка придет оттуда, откуда не ждешь. Чтобы этого не случилось, нам необходимо всем сплотиться воедино против сатанинского зла. Нам, российскому многонациональному народу, суждено спасать человечество. Я это вам истинно говорю. Оставьте свои амбиции. Давайте сплачиваться вокруг руководства. Мобилизовать нужно необходимые свои чистые намерения, душевные порывы против империалистического зла, которые ради наживы могут поступиться даже нашей планетой. Нашей дорогой планетой, которая была мне показана, как я рассказывал вам, красивая планета. Лозунг знаменитый, вы знаете это все, «Родина мать зовет», как никогда актуально и сегодня, именно сейчас. Тот, кому пришла в голову мысль об этой передаче, он уже благословлен небесами, он уже миссионер. Добрыми делами мы и спасемся. Наш многонациональный российский народ спасет не только свою страну, но и весь мир от буржуазного фашизма. Я уверенно заявляю вам, что в этом плане Россия и есть Мессия. Сейчас все говорят о глобальном голоде. Вот вы считаете, это коснется планеты? Да, здесь немного, конечно, будет влияться. К сожалению, да. Но в России будет стабильно, не волнуйтесь.